Антошенька, ты что, с ума сошел? Что? Ты что делаешь, Антошенька? Проставки на колеса на бату. Вот так у нас, Антошенька, все государство на изоленте держится. А ты что ржешь? Так, значит, масло мы вам поменяли. Смотрите, следующая замена масла через 2 недели. Но я ездить на ней не буду. Ну, ездить вы на ней можете и не ездить, но у нас по регламенту следующая замена масла через 2 недели. И смотрите, будут побочные эффекты, обязательно звоните. Ну, мало ли там что-нибудь, температура поднимется. Ну, либо звоните. Я тебе говорю, вот это вот нужно взять. Парни, привет. Привет. На Теслу газ поставить можете? Куда? На Теслу. Теслу газ. Можно? Тесла. Газ хочу, да. Ты баллон от фреона не выбрасывал? Ну, все там же, на складе лежит. На складе? На второй полке. Заезжай, сейчас установим тебе. Там есть, у нас все готово, оборудование. Давай. Так, значит, не заводится, да? Да, слушайте, я что только не делала. Короче, начала с того, что поменяла бензонасос. Посмотрела, поменяла топливный фильтр, он чистый стоит. Посмотрела, думала турбина, но турбины здесь нет, это атмосферник, ломаться здесь нечему. Поменяла свечи, прочистила инжектор, прочистила дроссель. Я не знаю, что думать. Слушайте, тогда вам не к нам. А к кому? А съездите лучше к гадалке. Антоха, я не знаю, что делать, честное слово. Что случилось? Да с каждым годом этот клиент все наглее и наглее. То ему не так, это ему не так. Уже все делаешь, стелишься с ним перед ним, перед клиентом, как гейша просто. Как кто? Как гейша. Это кто такая? Ты что, не знаешь, что такая гейша? Нет. Ну тогда смотри. Что? Что вам отремонтировать? А? Антошенька, иди сюда. Да. А вот наш самый лучший мастер. Так, ну все, ваша машина готова, можете в кассе оплачивать. А, картой можно расплатиться? Можно расплатиться, есть эквайринг, можете расплатиться по карте. Точно можно? Ну точно можно, конечно. Хорошо. Значит, смотрите, вот карта. Вот здесь надо копать, здесь точно есть деньги. Это недалеко, это в Подмосковье. Вы что, издеваетесь, что ли, а? Нет, вы сами сказали, что можно картой, вот карта. Я не понял, это что, такая схема развода сейчас? А чё? Вам можно разводить, а мне нельзя? Вы сами сказали, можно картой. А первое слово дороже второго. Ну вот что ты делаешь, скажи мне, что ты делаешь? Он кто так собирает, скажи, пожалуйста. Рулевая рейка. Ну что, что рулевая рейка? Да не так. А как? Слушай, ты знаешь, как какает, почему корова какает лепешкой, а коза горошком? Нет. Нет, не знаешь? Ну ты даже в говне не разбираешься, а в рулевую рейку... Слышь, что слышишь ты?